Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень простого и очень вкусного соуса, который подходит буквально ко всему. Нам понадобится 200 мл растительного масла, чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, чайная ложка горчицы, пучок укропа, одно куриное яйцо, долька лимона и 4 зубчика чеснока. Вот такой вот простой и минимальный набор продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Берем емкость, в которой будем смешивать соус, наливаем туда масло и закладываем все остальные продукты. Соль, сахар, горчицу, помытый и просушенный укроп, чеснок. И выдавливаем туда лимонный сок. Кстати, вместо лимонного сока можно добавить чайную ложку уксуса. В последнюю очередь добавляем куриное яйцо и все смешиваем при помощи погружного блендера. Вот и все, наш супер соус готов! Вы только гляньте, какой он яркий, красивый, густой. Это просто праздник какой-то. Такой соус можно подавать абсолютно ко всему. К мясу, к рыбе, к гренкам, к чипсам. Вкусно будет. Я сегодня буду есть его со свиными медальонами. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. И если вам понравился рецепт, буду очень благодарна за лайк и комментарий. Подписывайтесь на мой канал. И давайте готовить вместе. Быстро. Вкусно и просто. Всех обнимаю, целую. Всем пока!